Стоп, а что мы говорим? А, это мы, это вы. Я говорю, это мы, это вы, а ты говоришь, и мы, это Бригантина, это школа Стара 2013, спортивный комплекс Бригантина. Поехали. Поехали. Да. Привет, как тебя зовут? Костя. Костя, а что ты здесь делаешь? Отдыхаю, учу детей. И как дети учатся? Прекрасно. Прекрасно, спасибо. Отдай мою скатерть, невежа. Я тут познакомился с Ваней. Ваня, как тебе эта Бригантина? Отличная Бригантина. Очень весело, очень задорно. Все очень круто. Привет, а как тебя зовут? Оля. Откуда ты? Из Минска. Факультет какой? Географический. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Гоша. А что ты здесь делаешь? Ну, я отдыхаю на Бригантине. А Гоша — это сокращенно от чего? Конечно, от Георгий. То есть ты Жорик? А, не особо, лучше Гоша. А, ты Гоша, но не Жорик. Дима, как тебе старосты этого года? Как именно активные они, хорошие, плохие? Как они тебе? Красивые. Старосты красивые. Все просто красивые очень. Да, Дима, было бы круто, если бы ты пожелал что-то совету старосты с вообще старостом БГУ прямо из нашего выпуска. Я желаю, чтобы совет старост процветал, рос, развивался и к совершеннолетию набрал такую мышечную массу и крепким, здоровым мальчиком вошел в взрослую жизнь. Катя, как тебе Бригантина? Напиши в трех словах. Это было очень круто. Все очень круто. Третий день Бригантины. Бригантина подходит к концу. Голоса уже нету, но настроение на высоте. Дети здесь, на водопадах, по старой доброй традиции. Им хорошо, нам тоже. Но скоро уже печальный миг прощания. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ксюша. Уезжать жалко? Да, да, но я всегда знаю, что я сюда вернусь. И главная интрига сегодняшнего дня. Кто же станет победителем школы Старос 2013? Занимает команда филологического факультета 3, факультета радиофизики и компьютера. Гарем Паха! Do it like this.